Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Очумелов. В новой шинели и с узелком в руке. За ним шагает рыжий городовой с решетом доверху наполненным конфискованным крыжовником. Кругом тишина, на площади ни души. Открытые двери лавок и кабаков глядят на свет Божий уныло, как голодные пасти. Около них нет даже нищих. И кусаться каяные! Ребята, не пущай ее! Меньше не вельно кусаться! Держи, держи, держи ее, держи! Слышен собачий визг, а Чемело глядит в сторону и видит. Из дровяного склада купца Пичугина, прыгая на трех ногах и оглядываясь, бежит собака. За ней гонится человек в ситцевой рубахе и расстегнутой жилетке. Он бежит за ней, падая на землю, хватает ее за задние лапы. Не пущай! Да как беспорядок, ваше благородие! Из лавок высовываются сонные физиономии, и около дровяного склада, словно из-под земли выросши, собирается толпа. Очумелов делает полуоборот налево и шагает к сборищу. Около самых ворот склада, видит он, стоит вышеписанный человек в расстегнутой жилетке и, подняв вверх правую руку, показывает толпе окровавленный палец. На полупьяном лице его как бы написано: «Уже я сорву себя, шельма!» В этом человеке Очумелов узнает золотых дел мастера Хрюкина. В центре толпы, растопырив передние лапы и дрожа всем телом, сидит на земле сам виновник скандала. Белый щенок с острой мордой и желтым пятном на спине. В слезящихся глазах его выражение тоски и ужаса. По какому это случаю тут? Почему тут? Это ты зачем палец? Кто кричал? Иду я, ваше благородие, никого не трогаю. Насчет дров с Мельмедовичем. И вдруг эта подлая меня ни с того ни с сего за палец. Вы меня извините, ваше благородие. Я человек, который работающий, работа у меня мелкая, пусть они меня заплатят. Потому что я, может, я этим пальцем деньги не пошевельну. Этого, ваше благородие, в законе нет, что от твари терпеть. Если каждый будет кусаться, это лучше не жить на свете, ваше благородие. Хорошо, хорошо. Чья собака? Я этого так не оставлю, я вам покажу, как собак распускать. А обратите внимание на подобных господ, не желающих подчиняться постановлениям. Как оштрафуйте, мерзавцы, у меня сдача же собака и прочий бродячий скот. Я им покажу Кузькину мать. Елдырин, узнай, чья собака, и составляй протокол. А собаку истребить надо немедля. Она, наверное, бешеная. Чья собака, спрашиваю? Это, кажись, генерал Жигалова. Генерал Жигалова? Сними-ка, Елдырин, с меня пальто. Ужас, как жарко, должно быть перед дождем. Одного я только не могу понять, как это она могла тебя укусить. Если она застанет на палец, она маленькая, а ты он какой стравила. Ты, небось, расковырял палец гвоздиком, а потом пришла в твою голову идея, чтоб сорвать. Ты ведь известный народ, знаю вас, чертей. Он, ваше благородие, цигаркой ей в харю для смеха. Она не будь дурой тяпки. Здоровый человек, ваше благородие. Врешь кривой. Не видал, стал бы зачем врать-то. Ты, благородие, умный человек. Понимает, кто врет, а кто по совести, как перед Богом. А если вру, пусть и мировой рассует. У него в законе сказано, да ничего, все равны. У меня, у самого, брат жандарма, если хотите знать. Не рассуждать. Нет, это не генеральская. У
генерал таких нет. У него все больше легавые. Ты это верно знаешь? Верно, ваше благородие. Да, я и сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые. А этот черт знает что. Ни шерсти, ни вида. Подлость одна только. А может и генеральская. На морде у ней не написано. На мене во дворе у него одну такую видел. И с тему генеральская. Знаете-ка, на меня елдырин пальто, что-то ветром подуло, знобито. Ты отведешь ее генералу, спросишь там. Скажешь, что я нашел, прислал ее. И скажи, чтобы ее не выпускали на улицу. Она может быть дорогая. И если каждая свинья будет нос сигаркой тыкать, долго ли испортится? Собака нежная тварь. А ты была, опусти руку. Нечего свой дурацкий пальцы выставлять. Сам виноват. Повар их не идет, его спросим. Эй, Прохор, пойди-ка, милая, сюда. Погляди-ка на собаку. Ваша? Эй, думал, этих у нас отродясь не бывало. И спрашивать тут долго нечего, она бродячая. Нечего тут долго разговаривать. Если сказал бродячая, стало быть бродячая. Истребить вот и все. Нет, это не наша. Это генерала брата, что на мень приехал. Наш не охотник до борзых. Вот братец их, это охотник. А разве братцы их приехали? Владимир Иванович? Господи, а я не знал. Погостить приехали? В гости. Эх ты, Господи, соскучились по братце. А я не знал. Так это их собачка? Очень рад, возьми ее. Собачка ничего себе, шустрая такая. Цап этого за палец. Да. Ну чего, чего ты дрожишь, сердце, шельма, цуцик это. Прохор зовет собаку и идет с ней от дровяного склада. Толпа хохочет над Крюкиным. Я еще доберусь до тебя. Грозит ему Очумелов и, запахивает шинель, продолжает свой путь по базарной площади.